На платформе ничего не должно быть. Вроде она как бы чистая у меня здесь, конечно. Пыль постоянно летает. Нажимаем. Так, все, какие-то страшные звуки начались. Вот он тут выдвигает свою пимпу. Сейчас будет колбасить. Пимпу выдвинул. Вот, кстати, какое здесь меню. Появляется подогрев насадки, очистка насадки, автоматическое смещение по оси Z насадки. Вот он медленно пошел. О-о-о-о! Твою мать! Сука! Господи, я конченый дебил, блядь. Ну, вы поняли, что произошло, да? Я дебил. Но в свое оправдание я могу сказать, что я просто, как бы, я снимаю, и поэтому я, как бы, чаще всего в камеру смотрю, а не то, что в реальности происходит. Вот. Поэтому нужно, вот, когда человек что-то собирает, следите за инструкцией. Тем более за, вот, если речь идет про какой-то фирменный хороший продукт. Вот здесь как бы явно в инструкции нигде там не указано, там указано, что там избегайте перекручивания и все такое. Но как провод должен располагаться, типа, для дебилов, для таких как дебилов, как я, надо было им написать, что не надо сверху рамы класть, надо под рамой класть вот этот провод, блин, кабель. Я не знаю, я надеюсь, я ничего не испортил. Короче, ну вот, да, видели, да, короче, вот. Я вот этот провод вот сюда перекинул. И вот здесь его подсоединил, он был сверху. Поэтому, когда он сейчас начал опускаться, здесь он натянулся вот так. Надеюсь, я ничего не сбил здесь и не испортил. Блин. Короче, ну сейчас пробую включать, что будет. Включаю. Господи Иисусе. Так.